Возможно ли опухоль не внутри, а в стенке прямой кишки? Возможно. Бывают такие нейроэндокринные опухоли, леомиомы, леомиосаркомы, бывают разные варианты. Какие исследования необходимо провести для диагностики? Ну, обычно первые, кто об этом говорит, это эндоскописты, то есть они описывают какое-то образование в толстой кишке, но при этом они описывают, что оно покрыто нормальной слизистой, откуда-то исходит изнутри. Во время колоноскопии они не могут вглубь стенки заглянуть, если у них нет специального эндоскопического датчика для проведения УЗИ. Вот во время УЗИ они могут тоже заподозрить, что это какое-то образование, которое растет из стенки прямой кишки. Ну, самый точный метод диагностики – это МРТ, если речь идет о прямой кишке. Либо КТ уже, конечно, менее точный для ободочной кишки.